Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй. Сегодня мы поиграем в игру, которая называется Spider Fighter 2 или Паучок-боевичок. Вторая часть. Так, ну что, играть? Что такое? Что ты идешь ко мне? На! Ой! О! Как тебе, хламонище? Вот и валяйся там. Так, у нас уклонение. Открыть за 100 баксов. Открываем. Да, уклонение нам понадобится. Так, второй этап. А там потом, кто это у нас такой? Не знаю. Знаешь, в чем проблема? Что мне... Куда ты бежишь-то? Оу. Где там следующий? Иди сюда, лысый. Бразерс. Иди сюда, я тебе сказал. Ну что ты встал-то? На. Шикардос. Так, подожди, подожди, ребят, 400 и 1500, вы серьезно? Ну, это слишком круто. Так. Не сейчас. Это типа босс или кто это? Что это за... Воу-воу-воу-воу-воу. Человек железный, да? За рекламу. То есть попробовать вот эту за рекламу или что? Я не знаю, ребят. Давай попробуем. Ну, дадите? О, дали. Слушай, ну тут столько кнопок. Надо, наверное, на паузу нажать и расставить кнопочки, мне кажется. Так, ребят, пораставлял кнопочки. Надо будет сейчас посмотреть. На? Как тебе? Прыщ ты болотный. Все, что ли? О! Нормально, отдуплился он. Типа, хочешь купить? Победа! Мы его даже так, наверное, можем, да? Нет, спасибо. Бесплатно. Ага, 100 бакинских. А остальное будет добро за рекламу. Так, давай далее. Играть. Оу! И сюда. Не понравилось, да? Лопушок. Тихо ты, каратист. Гуляй, Петруча. Жалко, у нас нет добивки такой, когда он там лежит. Мне напоминают эти вот гольфы, это почему-то почему-то Пиноккио вспоминается сразу. Не знаю почему. Так, за 400 я пока... Ого, фига там. Воздушная комбо. Я не знаю, у меня такое складывается впечатление, как будто столько рекламы только у меня напичкано. Что там? Фаталити. Попробовать навык фаталити. Давай без него. Опа! Хорошо, он мне звезданул. Подожди, а как же мне... Нормально. Чувачочка. А босса-то мы хорошо запинали, да? Мне понравилось, было козырно. 26 мега-хитовых ударов. Как тебе такой раскладец? Причем, блин, я отказываюсь от этой рекламы, и все равно ребята ее показывают. Вот, вот. Что бы я ни делал. Бесплатно, давай вот этот. Ну, совсем другое дело. 59 рублей, не надо. Так, а что у нас тут? Давай посмотрим. Навыки. Один из спайдер. Угу. Так, а это что у нас такое? Открыть. Ёк-макарёк. Давай. Мы типа открыли паутинку. Фига там, чувачочек. На-на-на-на, гаденыш мелкий. Прекрасно, прекрасно. Конечно, воздушная комбо была бы тоже, но я думаю, очень великолепно. Да?
Слушай, мы сейчас с тобой скоро железного человека соберем. Надеюсь. Так, ага. А воздушная комбо, да? И Young Enemy. Перебьюсь. Так, седьмой уровень. Поехали. Сейчас я с тобой разберусь. Ну куда вы? Куда вы прибежали, а? Ну хватит, хватит, хватит дурачка-то валять. Я успел? Нет, я успеть-то успел. Хе-хе-хе. Че, ханурик? Расстрелялся. Но пока все, ребята, на изи. Пока все идет вообще великолепно. 100%. И... принять. Слушай, а если мы умножим? Так, это у нас 745 бакинских. Слушай, ну маловато все равно. Не хватает мне для покупки чего... Так, герои. Ага. Блин. Ну это же для него придется все отдельно покупать. Всю малину мне испортили. Так, это что у нас? Нормально так ракетой. Воу. На, и назад его. Блин, может быть, все-таки оставим нашего человечка-паучка? Ведь прикольный же человечек-паучок. Ценники, конечно, там заоблачные. Ладно. Воу. Халк. Ну, можно было и без паутинки. Давай. Не попал, по-моему, нет? Я-то по нему попаду, он никуда от меня не денется. Паутинка то решает многие, ну, многие проблемы, ребят. Вот и все. Сосунки, на самом деле. Победа. Ага, мы теперь собираем Халка. Но я представляю, что это за машина будет для убийства. Бесплатно. Оп, 300 баксов. Ну что, 9 уровень, и после него у нас будет босс. Куда собрались? Стоит рядышком, лыбится. Где, где, где? Вот он. Ну не надо там, пожалуйста. Воу, с какого лешего-то? Уху-ху-ху. Я тебе скажу. А где? Стоит он там, в закутке. Нормально получил. Так ему и надо. 20% всего лишь собрали. Так, воздушная комбо. Да у меня пока ни на что не хватает. У меня 1155. Так, мне надо будет в ближайшее время посмотреть где-нибудь, я не знаю, на ютубе, как отключать рекламу в играх. Именно ту, которая автоматически идет. Не там, где я хочу, например, получить что-то и посмотреть рекламу, а именно которую вот после каждого, ребята, этапа приходится смотреть на эту гадость бесявую. Так, у нас босс. Чего? Ты кто такой? Да да хорош. Готов. Ты куда бежишь-то? Успел, 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 успел. А этот сзади из-под тишка лезет. Да ну. Хе-хе-хе. Не попал, нубло. А я сделал все, на... все как надо. Все чики-бомбони. Ну что, давай вот это возьмем. 100 бакинских. Лучший приз 800. Не судьба мне получить лучший приз. Так, о, ты смотри-ка. Кто там у нас самый злейший враг? Человечка-паука. А слушай, неплохо получилось сейчас в данный момент. Так, нормально. Прыгай.
Да чтоб тебя по щам получил. На, паутинкой. Так, а мы уже где-то... А, мы же в офисе этого... Как его звать-то, я же забыл. Не кирпич, как-то там его по-другому. Ну, в общем, вы поняли. Нормально. Так, 40%. Открыть притягивание. А тут 1700. Что заморгал-то все? Ну, давай вот это откроем. На 3 это получается, ну, не очень много. Так, поехали. А что значит зажать кнопку и что это будет? А-а-а! Ух! Вот это было смачненько! Так, слушай, мне вот это вот не устраивает. Ты посмотри, а. Ядрёт макарить. Я не вижу нифига, ребят. Где этот дрищ? У меня, посмотрите, сколько у меня хп осталось. Выжил просто чудом каким-то. Не хватает. Поехали, автоматчики там. И все, главное, мимо. Нормально, так и надо. Тихо, отлично. Ты-то что тут, каратист? Каратисту только я. Нормально? Снарядик пролетел. Фью. Замечательно. Просто найсово. Лучше при 700, ну. Оп. Да какой там 700? Выловишь ты, пожалуй, тут 700, ага. У нас еще один поединок, и потом будет босяцкий. Ой-ой-ой-ой-ой. В табличку получил. Да как так-то? Знаешь, что я тебе скажу? А что ты... Угу. Так, мне он тут свиристелька достал уже. Фух, справились. Да, сложновато, с каждым разом все становится. 1700. А, тут можно в паутину даже залеплять их. Друзья, я вспомнил, как его звать. Кингпин, точно. Центральный банк. Ё-моё, сейчас я, наверное, так тут схлопочу от него. Ху-ху-ху. Тихо. Да ладно. Где он? А ибо нефиг жаробас выпендриваться. Кингпина просто ушатал, ребят, на изи. Неуклюжий балабол. Бегал тут, понимаешь ли. Открыть, что ли, Халка нам? Давай откроем. О, да, ты посмотри, такой Халк крутой, в очках, все дела. 800, давай 800. Да, конечно, 800 дадут тебе, ага. Дадут мне? Давай глянем Халка. Мускул, мистер Мускул. Что там у тебя первый? Ага, уклоняшка. Дальше что у тебя идет? Бу-бух, нифига он там ладошками хлопать сам не свой, я смотрю. 1200, нифига, землю там. На, валуном. Отлично. Так, ну давай попробуем за него разочек поиграть, ребят.
Уж больно мне интересно глянуть. Что это за монстр-машина? Тихо. Дядя, успокойся. По щам не получал давно. Угу. Так. Ух ты! Ладошки! Какие ладошки, блин? Ладошки не сработали. Ладошки, блин. Оу, а это кто у нас? Очередной человек-паук какой-то. Так, открыть. Не хватает у меня. Ну что, дорогие друзья, наверное, мы на этом будем закругляться. Это кто у нас? Это же... Нет, это не Дэдпул, это этот. Сорвиголова, по-моему. Неужели Сорвиголову здесь открывается Сорвиголова? Может быть. В общем, друзья мои, всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам игра эта понравилась. Об этом пишите мне в комментариях. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.